Здравствуйте, дорогие подписчики! Здравствуйте, любители всех цветов и огородов, всего живого! Сейчас я подошла вот к кустику, который называется жасмин. Вы посмотрите, какие красивые здесь вот цветочки и очень пахучие. Сейчас, вы знаете, везде, вот куда ни пойдешь, везде жасмин цветет. Я хочу вам рассказать об одном рецептике, совете. Вот как заготовить чай из жасмина. Очень-очень полезный. Мы берем цветочки эти, обрываем, засушиваем. Но сейчас вечер уже. Лучше всего обрывать, когда будет солнышко и в жаркую погоду. Обрываем, засушиваем. Потом берем две части листочков, то есть цветочков жасмина. Допустим, две ложки. И 8 ложек чая черного, байхового черного чая, лучше всего листового. Смешиваем все. Затем мы все это кладем в стеклянную банку и наглухо закрываем. И будем пить такой чудесный, ароматный и очень полезный чай. Можно и не смешивать, можно просто засушить вот такие вот цветочки. Вот отдельно и чай отдельно. И тогда вы будете просто добавлять чай и в чайничек заварочный и цветочки жасмина. Но попробуйте все-таки заготовить вот такую заготовку из таких чудесных цветочков жасминчика. Сейчас они очень-очень пахнут и очень полезные. Все, дорогие мои, всем доброго здоровья, всем всего самого хорошего. Будьте все здоровы. До свидания.